Всем привет! В этом выпуске я хочу вам показать свою такую доработку автомобиля МАЗ-503А от нашего автопрома, которую я сделал давненько уже. Насколько вы знаете, что данные МАЗы от нашего автопрома, у них кузов был статичен, он не поднимался. Задний борт у них также не открывался. Поэтому я решил немножко переделать данный МАЗ, где пришло, я сделал, что у меня, вот посмотрите, задний борт теперь открывается, и так же само кузов, вот он поднимается. Это была моя такая доработка. Буквально несколько лет назад я ее сделал. Конечно, немножко пришлось что-то убрать, что-то сточить, срезать, но тем не менее я все-таки попробовал сделать такую доработку, и я ее сделал. И вот что у меня получилось. Скажу сразу, что гидроцилиндр, я поставил этот гидроцилиндр, он продавался от АВД Models одно время, у них были в продаже. Я еще как-то успел купить таких пару гидроцилиндров. Задний борт, это уже у меня, скажу сразу, самодельный. Тот борт, который здесь стоял, я его вырезал, срезал аккуратно модельным ножом. Единственное, что с того борта взял, это вот эти ребра жесткости, приклеил к пластику и добавил вот такую пластину, где на ней установил дубликат номерного знака. Также поменял оптику, поставив оптику от 3A Studio, нанес декали, также поставил упорные башмаки. Заменил дворники на фототравленые. Оптика, как я говорю, вся от 3A Studio. Вот нанес катафоты, заменил фары, противотуманки. И вот таким сделал тонировку. Тонировка стоит с настоящей пленки, ну, с пленки, которая используется для настоящих машин, тонировочная. Снизу единственное, что я только тут сделал, это я покрасил глушитель, сделал брызговики, поставил передние. И у меня вот получился вот такой вот МАЗ 503А, который уже, как говорится, более смотрится интересно, более такой реалистичный. Также вот нарастил ему борта. Борта наращивал с пластика. Красил с краской из баллона, и как вы видите, по цвету практически оно все совпадает с оригинальной краской. Вот что можно даже сделать самому, попробовав сделать такую вот доработку МАЗа от нашего автопрома. Резина стоит харьковская. Диски, единственное, что диски, да, остались родными, но тем не менее, даже с харьковской резиной на родных дисках модель смотрится интересно, смотрится более такой живой. Это вот такая была моя тоже очередная такая доработка МАЗа. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, задавайте вопросы. Всем большое спасибо. С вами был Валера, и пока, до встречи.